Максим Храмцов стал победителем международного турнира по тхэквондо. Международные соревнования Russian Open 2023 прошли в Красногорске. В этом году в турнире приняли участие спортсмены из 18 стран, которые представили три континентальных союза тхэквондо – европейский, азиатский и африканский. Олимпийский чемпион Токио 2020 Максим Храмцов из Нижневартовска стал чемпионом турнира и завоевал золото в весовой категории до 80 килограммов. Об этом сообщает Центр спортивной подготовки сборной команд Югры. Благодаря этой победе Максим стал ближе к участию в Олимпиаде в Париже в 2024 году. В столице Франции выступят 5 лучших спортсменов Всемирной федерации тхэквондо.